Что такое настоящий строевой шаг, они узнают потом. 150 новобранцев сегодня прощаются с безмятежной гражданской жизнью. Находишься вдали от любимого человека, очень далеко. Не имея возможности, кто-то не имеет возможности приехать, например, быть рядом. Целый год приходится ждать, тяжело терпеть. Тяжело целый год расставаться. Первый раз такое расставание. Горжусь очень сильно сыном. Такие хорошие войска. Он сам выбирал, он сам хотел пойти в морфлот, поэтому мы гордимся, конечно. Особое внимание сегодня к президентскому полку. От Алтайского края туда попали 15 человек. Отбор жесткий. Высокий рост, музыкальный слух, стрессоустойчивость. Парни будут охранять исторические объекты Кремля и участвовать в параде 9 мая. Вполне возможно, что для некоторых это единственный шанс побывать в Москве. Тем более в Кремле. Тем более там жить. Но если одни боятся, что им не хватит мест в призывной кампании, для других же барнаульская попанка – страшный сон. Хотел, мечтал с самого детства прям. Это была ирония? Да. Это была ирония судьбы. Принять неизбежное придется. В рамках весеннего призыва более 2000 алтайских парней отдадут долг родине. Всего же в этом году переобуются в берцы 5000 жителей края. Ну, в первую очередь, наверное, то, что это долг, отдать его. Ну, наверное, все будут гордиться, что сходил в армию, проверил себя. Ирина Корчагина, Николай Шилко. День с толком.